Рязанский кузнец Федор Полетаев мужественно сражался и погиб в рядах итальянских партизан. В Министерстве обороны СССР состоялось вручение наград семье героя. В зале родные Федора Андриановича, сотрудники итальянского посольства, писатели, представители общественности. Маршал Советского Союза Чуйков огласил указ о присвоении звания Героя Советского Союза рядовому советской армии Федору Полетаеву и вручил его семье грамоту Президиума Верховного Совета СССР. Посол Итальянской Республики в Советском Союзе господин Странео высоко оценил доблесть русского воина, ставшего национальным героем Италии. Звезду Гарибальдийца и золотую медаль за воинскую доблесть, которых удостоен Федор Полетаев, господин Странео вручил жене героя Марии Никаноровне и его сыну Михаилу.